До этого нас кормили на московском рынке. На мой взгляд, конечно, сюда лучше, что переехали, потому что здесь рядом стоят жилые дома. Нуждающиеся люди могут жить везде. И в данной местности нет другого благотворительного фонда. Спасибо большое, очень вкусно. Не договаривайтесь. Приезжайте, ждем. С нетерпением. Я бабушка. Вот, всех спросите. Давай, скажи. Очень вкусно, очень приятно. Самое главное, что сейчас здесь все спокойно. Шум, гам никакого нету, безобразия, как было на московском рынке. Биг зур рахмет, биг тамне. Мен сізді дұғалар қылып оқимын. Команда исан сау болғыз. Хорошо, молодцы вообще. Культурно. Аккуратно, тихо, спокойно. Рахмет, очень хорошо.